Привет, воин! Продолжаю свои видеоуроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт, за единоборство в жизни каждого человека, с целью самообороны, с целью роста как человек, так как личность. Сегодня покажу тебе наработку ответного лоу-кика. То есть все довольно просто, довольно легко, но как это делать, ты должен знать. Это очень полезно и для ринга, и для непосредственно самообороны тоже пригодится. Поэтому приступим. Итак, сегодня у нас наработка встречного лоу-кика, вернее не встречного, а ответного лоу-кика, скажем так. Я буду все время отвечать лоу-киком правым-левым, а оппонент, напарник будет набрасывать любой удар, просто он делает любой удар. Для чего это делается? Нарабатываем чувство ответного удара. То есть очень важно в любом единоборстве отвечать все время. Если ты пропустил удар, ты должен ответить ударом и выиграть, так сказать, ситуацию. В общем, да, если противник пошел, сделал два удара, ты должен ответить два удара, тогда ситуация останется за тобой, и противника можно споймать, контратаковать. Задача. Напарник, опять-таки, очень спокойно, аккуратно, не начинайте сразу лупить уже. Если уже уровень хороший, тогда уже можно работать жестко. Поначалу, и так, в целях тренировки, просто набрасывать. Напарник мой будет делать любой удар, рука, нога, абсолютно любой удар. Я в основном буду стараться принимать и сразу отвечать лоу-киком. Моя задача защититься от любого удара и ответить лоу-киком правым или левым. Вот это, то есть, в принципе, твоя цель. Одновременно ты нарабатываешь и защитные действия, и сразу ответ лоу-киком, то есть не расслабляешься, не боишься удара, а принимаешь удар и сразу отвечаешь. Вот этот рефлекс сразу отвечать ударом на удар, как бы нарабатывать. В принципе, так можно нарабатывать любой удар. Ну, сейчас конкретно работаем лоу-кик, так как он довольно неожиданный, именно как ответный удар. Противник, если вкладывается в руку, в ногу, он ожидает встречный удар, да, ответ в основном голову. А по ногам это очень быстро, и противник не успевает просто блок выставить, защититься. Поэтому это довольно эффективно. Так мы работаем. Кажется, довольно простой, да, удар-ответ. Но с другой стороны, ты не ожидаешь удара. Откуда, я не знаю, рука, нога, там, прямой, боковой, да, в голову, по ногам. И я стараюсь все принять и сразу ответить лоу-кика. Моя задача сразу отвечать. То есть стараться молниеносно. Не делать паузу. То есть когда он ударил, да, раз, не идти назад, потом догонять и все. Момент упущен. То есть задача сразу раз, два, все. Максимально, без паузы. Все, удар делать, я сразу отвечаю. Удар сразу отвечаю. Сразу отвечаю. Все, если только сделал 2-3 шага назад, уже противник так само может разорвать дистанцию, и уже ничего не получится. Поэтому старайся отвечать сразу, работать в темпе и нарабатывать именно ответный удар после защиты. Итак, я уверен, тебе была полезна эта наработочка. Ты ее обязательно будешь отрабатывать. В таком же плане можно бить не только лоу-кик, как я уже говорил, а любой удар, например, прямой, встречный, принял, прямой, ответил, принял, прямой, ответил. Или боковой, любой удар. Ну, как бы показал лоу-кик, это довольно самый такой распространенный, как бы, удар интересный именно в плане ответа. То есть он очень быстрый, очень незаметный, противник практически не успевает защититься, если работать навстречу. В конце видеоурока бесплатные видеокурсы. Нажимай, выбирай, подписывайся, получай на свою почту и расти, как бы увеличивай свой уровень, рост как бойца, как воина. И я буду очень рад тебя видеть в нашем сообществе воинов.
Итак, до встречи в следующих видеоуроках. Удачи в тренировках!